Добрый день, уважаемые друзья, с вами Владимир Добров, мы говорим о супертурнире Вейканзей. Седьмой тур соревнований нам принес очень интересную и яркую партию. Она была сыграна между двумя корифеями, завсегдатаями, так сказать, топ-турниров. Это партия между Каруаной и Вашьелагравом. Итак, сразу к партии. Все расклады о турнире и о восьмом туре вы можете увидеть в видео о Ферудже Дуда, о партии Ферудже Дуда. Ну, а мы поговорим о Каруана Вашхи. Итак, сицилианская защита, классический вариант Найдорфа, что ни на есть. И Каруана решил пойти в основные варианты, решил проверить Вашьелаграва в очередной раз в ходе слон g5. В последнее время француз выглядит достаточно блекло в своем любимом дебюте, в своих любимых схемах и не может найти, как сказать, ту линию, ту нить, которую он обычно придерживается. И накануне, я напомню, буквально несколько туров назад Гранделиус Нильс поставил перед ним проблемы и очень легко обыграл. Вашье был сам не похож на себя, то есть, ну, в общем-то, и Каруана решил пробить по тому же самому месту. Вашье не стал ничего придумывать, опять пошел на вариант отравленной пешки, съел эту пешку, белые предложили эту пешку, ну и, в общем, после хода ферзь А3, вот в этой позиции Гранделиус сыграл F5, другое продолжение, главное, это ход E5, а Каруана решил сделать хитрый ход слон E2. Об этом я говорил во время трансляции. Ход слон Е2 очень редкий ход. Он третий по популярности. И самые сливки, которые употребляли этот ход, это были великие шахматисты. Это был прежде всего Михаил Нехимович Таль. И дважды он так играл, дважды добивался успеха. Но ход на самом деле не несет в себе яда, если черные реально знают, что здесь делать. И вот здесь Вашьелаграв задумался и осуществил, пожалуй, первую и, наверное, последнюю ошибку уже в партии. Найдорф, он тем и хорош, что можно сделать один ход неточно, и вам уже поставят мат, или вам надо будет сдаться. Хорош или плохо, неизвестно, но тем не менее, вот так вот случается. Итак, ход конь c6 был сделан, и ход неудачный. Сейчас мы поговорим, почему. Основное продолжение — ход конь bd7, и после рокировки ферзь возвращается на c5, и черные эту пешку удерживают, играя слон e7. В принципе, здесь позиция достаточно сложная, игровая, интересная, но у черных достаточно все крепко. Вашье после длительного раздумья сделал ход конь c6, который, по сути дела, приговорил его к следующему. Конь bc6, bc, e5. Самое принципиальное, что ни на есть. И здесь продолжил Вашье теряться. То есть здесь, конечно, позиция у черных уже неприятная, но надо было находить единственные ходы. Можно было попробовать пойти df, e, конь d5, но в этом случае у белых тоже была очень сильная инициатива. Он же сыграл конь d5 сразу, самое, что ни на есть, на вид логичное. Но Каруана сделал конь бьет d5, сделал ход, и после чего у черных стал выбор, чем бить, пешкой c или пешкой e. Но здесь все очень просто, потому что вот в случае ед, это так случилось в партии, мы это посмотрим коротко. А в случае cd возникала структура, ну, при которой у белых, ну, простейшая, пожалуй, игра, то есть они сделают рокировку. Черным нужно время для развития своих слонов, ну и вероятнее всего ферзя надо возвращать в район поля c5. Ферзь c5, король h1, ну и как-то вот держаться. В этом случае у белых появляются идеи, связанные с ходом c4. Расчищать пространство, атаковать ферзя, атаковать по центру в то же время. И пользуясь вот этим моментом, пока нету толкового у черных развития. Позиция крайне опасна, то есть здесь белые могут развивать инициативу, ну, скажем, вот таким вот образом. Простые какие-то варианты прикидывал. Ну, вот, можно, например, попробовать ладья bc1 и уже угрожает ладья c4. Как тут играть, сказать сложно. Ну, в общем, инициатива
развивается сама собой. Ну, в любой позиции практически этого варианта черные вот за счет того, что они тратят очень много темпов на ходы ферзем, на ходы ферзем, ферзь b6, ферзь b2, ферзь a3, ферзь c5, ферзь c7. Вот это время, конечно, стоит какой-то маленькой пешки. Итак, но ваш Е сыграл ЕД, ну и, в общем-то, во время трансляции я тоже посмотрел на позицию, а почему бы не пойти Е6. И действительно, Круанов потратил полчаса, правда, времени, сделал очень сильный ход Е6, после чего позиция, в принципе, уже можно подводить итоги по этой позиции, то есть белые завершают партию разгромом. В чем тут соль этого хода? В том, что черные не развились, и белые продолжают использовать это время для как раз-таки наката. То есть, как снежный ком, вы чуть-чуть не успели развиться, и вас сразу же прижимают дальше. А перед черными стал вопрос, чем бить эту пешку, и бить ли его вообще. В случае слон бьет Е6, белые продолжали бы расчищать пространство, расчищать линии ходом F5. После слона F5 опять темповая рокировка с атакой на слона. Ну и позиция черных просто тяжелейшая. Врываются все ладьи со всех сторон. Ну и дальше, по большому счету, дело техники. Черные просто-напросто не успевают ничего сделать, не успевают развиться. Фланг с фланги стоят, фигур нормальных нет. Что взамен можно было предложить? Ну, пожалуй, сложно сказать. Допустим, какие-то ходы типа g6, но они опять-таки заканчивают партию. Можно ладья бьет f6, там gf и любой ход, слон f6, например. И после ладья g8, например, ладья b3. Ладья подтягивается к атаке, ферзь c5, слон d4, например, и партия завершается. Что еще можно было за черных предложить? Сказать сложно, то есть взять пешкой на e6, тогда белые бы расчищали пространство дальше, ходом f5. Нет времени на ход слон e7, так как ферзь везде подключается с шахом. На g5 белый король гораздо лучше своего визави. Ну и партия завершается разгромом. Максим, конечно, здесь загрустил. Пошел f6 после длительного раздумия. Ну и после шаха на h5 точного, король d8, слон h4, выясняется, что черные так и не решили вопросов, связанных с развитием. Ну а дальнейшая борьба, по большому счету, была уже, не сказать, чтобы фикцией, но тем не менее, в общем-то, все быстро закончилось. Белые зафиксировали мощную пешку на e6, которая поспособствовала не развитию черных фигур. Ну и после перехода в эндшпиль последовали следующие ходы. Объективно партия уже находится в техническом русле, но тем не менее сделаем некоторые движения. Здесь черные нигде не могли ничего абсолютно улучшить. И сделав еще несколько машинальных ходов в этой позиции, наступило время, так сказать, реализации. Чем Каруана и воспользовался, съев все пешки и перешел в такой вот ладейный эндшпиль. Здесь Максим сдался, в принципе, он мог сдаться уже после хода Е6, тем не менее, конечно, колоссальный разгром, колоссальный удар по репутации, в том числе Найдорфа. Ну, а всем найдорфистам я могу пожелать лишь того, чтобы, как говорится, крепости духа и вспоминать все варианты, опять-таки, надо реанимировать старые схемы, которые мы порой не помним. И вот одна из тех схем, которая сработала, случилась на самом высоком уровне. Что происходит с Максимом Вашилограмм, сказать сложно. То есть ошибки, ну, скажем, ход конь c6 для него, как сказать, крайне, ну, для его уровня, для его класса, да, после длительного раздумья, ход конь c6, конечно, ход ужасный. Ну, так или иначе, Каруана выиграл хорошую партию, сделал все точные ходы, не оставил ни одного шанса, и Каруана идет дальше. Будем смотреть, как Каруана будет биться с Феруджей, Феруджи на коне. Ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!